Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Хочу сегодня с вами поделиться вот таким вот очень легким, простым и самое главное вкусным бюджетным блюдом. А это что у меня? Салака с овощами. Салака с картошечкой, с морковочкой, с лучком. Ну, вот такая вот красота у меня получилась. Вот. Мягенькая вся. Так. Вот такая. Ну и если кто заинтересовался таким рецептиком, продолжайте смотреть. Сейчас мы его приготовим. Так, ну и приступаем. На первом этапе салаку необходимо помыть, почистить. Вот так вот головы оторвать, кишки немножечко повычищать. И вот посолить, поперчить, обваливаем в муке и жарим на растительном масле. Слегка салаку обжариваем до золотистого цвета. Так, ну вот такой вид имеет салака. Значит, приступаем к второму этапу. Второй этап. Одну луковицу и две моркови. Значит, лук режем полукольцами, морковь трем на крупной терке. И все это мы будем обжаривать на растительном масле. Слегка. Морковочка с лучком у меня обжарились. Вот до такого состояния. Так, салака готова. И берем три картофеля и один большой зубок чеснока. Значит, картошку мы нарезаем, ну так вот, крупненько. Ну, сейчас покажу дальше. Картофель мы нарезали вот так вот, крупненько. Такими. Вот. И чесночок тоже крупненько. И укладываем, ну, вот в такое блюдо. Так. Все, ну, сейчас покажу дальше. Так, ну, все, третий этап. На картошечку мы слегка присолили. И выкладываем на картошечку рыбку. Вот так вот. Так, сверху рыбки выкладываем вот так нашу морковочку с лучком. Так. Ну, еще тут разделили. Еще у меня есть салака и еще есть морковочка. Еще будет слой. Так, ну вот мы рыбку нашу уложили. Вот такой она имеет вид. Теперь мы берем 2 столовые ложки пасты томатной и 1 столовую ложку соевого соуса. Значит, все это и 200 миллилитров водички, 200 миллилитров. Значит, томатную пасту, соевый соус, все это мы смешиваем и заливаем нашу рыбку. Так, все тщательно размешиваем и заливаем нашу рыбку вот этим вот раствором. Так. Затем рыбку накрываем фольгой и помещаем в шкаф, разогретый на 180 градусов, ну, минут на 30-40. Смотрите по своей духовке.
Так, ну и вот, прошло время. У меня это было 30 минут. Температура, девочки, 200 градусов, не 180, я оговорилась. 180 это мало. И вот. Вот такая у меня салака готова. Сейчас мы посмотрим, какая она. Так, ну и чем хороша эта салака? Она очень вкусная как в холодном виде, так и варячем. Ну, так вот сейчас мы посмотрим, что получилось. Вот такая рыбка. Картошечка. Так вот. Вот видите, картошечка мягенькая, все пропарилось. И рыбка с вот такими овощами. Ох, порует еще. Значит, готовлю такую рыбку уже не первый раз. Очень нравится. Очень простой и доступный рецепт. Все, готовьте, кого заинтересовал этот рецептик. Всем удачного приготовления. Подписывайтесь на мой канал. У меня еще будет много интересного чего, бюджетного и легкого.